Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня тема нашего урока – обработка и втачивание капюшона спортивной куртки. На предыдущих занятиях мы выкроили с вами по две детали капюшона. Верхняя деталь и нижняя деталь. Верхнюю деталь предварительно нам необходимо проклеить небольшим участком дублерины с изнаночной стороны для пробивания петель для шнурка капюшона. После этого нам необходимо сложить две детали лицом к лицу и соединить их на верлоке, предварительно сколов булавками. То же самое делаем с внутренней частью капюшона. Складываем две детали лицом к лицу, совмещаем срезы и скалываем булавками. Соединяем детали на верлоке. Совместить по шву и боковым срезом и сколоть булавками. Теперь отстрачиваем наш шов на верлоке. После того, как мы соединили наши детали, выворачиваем капюшон. Нам необходимо прогладить наши швы. Идем на утюжку.
Мы прогладили все наши швы. Теперь нам необходимо открыть обработанные отверстия для шнурка. С двух сторон. Складываем шнурок напополам, открываем, соединяем с центральным швом капюшона. И теперь нам необходимо на швейной машинке закрепить ровно посередине наш шнурок во внутренней части капюшона. После этого нам необходимо отстрочить на 2 сантиметра кулиску для капюшона. Теперь мы пойдем на швейную машинку и отстрочим кулиску для капюшона. Мы закончили обработку капюшона, сделали кулиску для шнурка. Теперь нам необходимо наложить наш капюшон на изделие, совместить срезы лицом к лицу и сколоть булавками. Сначала совмещаем середину капюшона с серединой нашего изделия. Thank you.
После того, как мы скололи капюшон с изделием, нам необходимо сначала проложить строчку на 1 сантиметр от края, после этого обработать на верлаке. На этом мы закончили пошив и обработку капюшона, а также его втачивание в верхний срез изделия. Спасибо за внимание. До следующих встреч!